рассада анемоны Rose Shades выделяется среди многих других сортов данного растения нежной светло-розовой окраской лепестков. В вопросах ухода и выращивания данная анемона мало отличается от остальных сортов этого растения, для нее предпочтительны все те же в достаточной степени освещенные участки не слишком заболоченного грунта. Морозоустойчивость позволяет анемоне Rose Shades заполнять клумбы и цветники на территории всей зоны умеренного климата. Стойкость растения к разнообразным вредителям и болезням также не может не радовать, что особенно важно для начинающих цветоводов. Анемона хубейская Rose Shades – это травянистый высотой 20-50 см. Цветет растение в месяц май, июнь, окраска цветка розовый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.